Йо, вы на канале Дэнни играет вот мой друг Юра, и сегодня мы с ним две машинки, сначала моего друга, потом мою. Мы начинаем. Давай. Она едет, просто чуть-чуть глючит, да? У нас две машинки на моей. У нас по сети так гоняют. А батарейки просто садят начали. Потому что да, у меня так едет. Давай нам едет. Видите, все, батарейки, короче, сели. Почти. Вот видите? А, это просто на ковре она плохо видит. И сам батарейки уже разряд. У нас светится фар, кстати. Нас уже много лайков набралось, да? Чем больше лайков, тем больше подписок мы, тем лучше развлекательно будем снимать видео, да? Вы же рассказывали, наверное, как она сколько гоняет, так, да? Ну это про твою машинку рассказываем, про мою. Давайте сейчас расскажем, мы расскажем, как она моего друга гоняет. Я сам еще не знаю. Вот она гонит, ну, много километров в час. Только мы сами не знаем, но мы, может, на первом этаже снимем, как она гоняет, да? Или на улице, да? Летом тоже. Мы сейчас прям не будем. Правда, началось припить. А сейчас на одной стороне ты гоняешь. А я сейчас попробую подрифтить. Нет. Смотрите, как она сейчас дрифтить будет. Подождите, она раскроется. Нет. Ну просто батарейки сели, она не хочет. По-моему, батарейка. Мою, а теперь мою. А мы снимали твою. Дальше. Вот моя зарядка такая, и вот тут стыкается зарядка. Так. Смотрите, как она. Лучше со мной пойдет? Нет. У меня тоже иногда батарейка, но это не... Ну, выйди с кровати, там не видно. А вот она. Где-то там. Ежу. Принесла записку от 4 минуты. Давайте посмотрим под диваном, как катается. А там невозможно будет посмотреть, как она под диваном. Ну ладно, мы смотрим, потому что у нас нет камеры, а мы снимаем. На камеру, да, там стоит. Ну, выходи, а тут там ничего не видно. Сейчас, подожди. Вот.
Сейчас мы, подождите, мы ставим пока на паузу. Подождите. Начинаем заново. Мы заново продолжаем. Смотрите, у нас сейчас у нас будет... Ну ты хотела Илюшу подрифтить. Сейчас мы будем дрифтить. Сейчас мы будем дрифтить. У нас сильный плоскости, да? А как вы видите, она смотрит, да? Можете, пожалуйста, немного лайков и подписывать. Ставьте пальцы вверх. Ставьте пальцы вверх и ставьте лайки. Описание под видео надо в описании. Под видео, да? Да. А если хотите, вы комментарии пишите. Вы напишите в комментариях, если есть у вас машинка или нет. Напишите об этом в комментариях. Ставьте лайки побольше, пожалуйста. Если вот больше лайков и подписок, мы отлично развлекательно будем всегда снимать, да? Да. Давайте будем заканчивать. А мы еще решили продолжить. А вот это... Вот мы летом снимем, как мы играем на горке, да? Мы еще как покажем вам сайте, который мы выпускали, да? Ну, мы его сами... там каникулы летние будут, и мы там можем через забор пролезть. Там мы будем вам показывать, откуда мы в таких группах были, да? Ну, тут садик и школа нам очень близко. Да, у нас мы не в одном, я в четвертом. То есть я в четвертом, а он в первом. Он пойдет во второй, я в третий. Ему 8 лет, 5 исполнилось. Да, не одна, но и ты в четвертый пойдешь. В третьем я классе, а он в первом. Он пойдет во второй, я в четвертом. Мы вам еще нашу школу покажем, да? Ой, она залила. Смотрите, сейчас мы будем... Мы сейчас еще летом снимем, как мы можем кувыркаться, да? Мы еще, может, сегодня... Ой, заела. Не заела, просто застревать. У нас тут кровать, конечно, можно только прислать. У него тоже просто батарейки сели. Ну, уже потом чуть-чуть осталось. На дне барахтается. Она катается просто, иногда у него глючит, да? Ну, не глючит, ну там, как вам сказать. Она медленно ездит, да? Да, она вот там вот сами... Вот чуть-чуть едет потихонечку. Вот, смотрите. Видите, вот так вот. Мы про моего друга уже... Мы его машинку снимали, сейчас про моё. На, ладно, мало ли. Бабка докопалась, еще одна там до ней. Вот как она влезает. Мы еще, когда батарейки пошли, мне аж из рук выскользнула машинка, да? Нет. Я не видел. Но он не видел, но он видел как чуть-чуть только, да? Не, вообще там нет. Не надо одна ночь. На
вот еще пыль был сломан, но мы его починили. У меня сейчас, видите, просто видите этот пульт? У меня просто вот эта штуковинка на эту сторону переворачивалась. Ладно, всем пока. Вы были на канале Денис Бой, мой друг Юра. Ставьте его.